Вологодское масло популярно не только в нашей стране. А делаем это масло и мы, бойцы стройотряда Вологодского политехнического института. Почему мы? Посудите сами. Для того, чтобы получить масло, необходимо много жирного молока, а значит и много хороших кормов. Для них нужны хранилища, такие, например, как эти силосные траншеи, которые строим мы. Сейчас сюда загружаются первые десятки тонн силоса. А это значит, что скоро появятся и первые килограммы нашего вологодского масла.